Всем привет, ребятки, с вами Саня, вы на канале Балбунчик. И сегодня мы покажем вам, как устанавливать на окно защиту для детей. Вот мы только что завершили монтаж, и заказчик попросил поставить ему вот такой вот детский замок. Ну, должен сказать, что защита бывает двух видов. Это ручка с замком. То есть прямо в самой ручке устанавливается личинка, поворачиваете ключ, и ручка блокируется и никуда не двигается. На мой взгляд, такая защита, которая устанавливается на низ створки, гораздо удобнее, потому что вы поставили ее, открыли в режим проветривания, здесь заблокировали и все. То есть на режим проветривания он стоит, но ребенок ее открыть створку дальше не может. Что же мы имеем в этом комплекте? Вот у нас сам замок, собственно, с ключиком. Принцип действия прост. Это мы ставим на створку снизу. Вторую часть, ответную планку, мы прикручиваем на само окно. Изначально все у нас вот так стыкуется. А когда мы поворачиваем ключ, то ответная планка, видите, она закрылась и не может обратно выйти. Начинать, естественно, надо с замка. Выставляем замок вровень с лицевой стороной окошка и прикручиваем саморезиком. Задача эта непростая, но мы справимся. Даже не уехал. Обычно маленько играет все и уезжает. Перекидываем шуру по повороту в левую руку. Отлично. Все у нас красивенько, все же под лицо. Хорошо, что сейчас у нас окно в панельном доме и подоконник узкий. А если бы подоконник у нас был широкий, мы были бы в кирпиче, было бы на 500 или на 600, мы бы вообще не имели доступа сюда к створке. И все это пришлось бы делать, снимая створку. Будем ставить вторую часть сейчас, не уходите. Производитель предусмотрел легкий монтаж замка и для этого сделал два отверстия в замке в самом, которые совпадают с отверстиями под саморезы ответной планки. Вот. И обычно в замке, прямо в комплекте, идет грифель длинный такой от карандаша, который мы ставим. В эти дырочки засовываем, крутим их и помечаем таким образом дырочки. Но сегодня что-то у нас в коробочке не оказалось того грифеля. Но не беда, у нас есть сверло 2 мм диаметром. Мы сейчас створку у нас в закрытом состоянии. Мы ставим его ровненько. И прям сразу просверливаем дырочки. Отлично. Вот это две дырочки крепежные получаются для ответной планки. Под ответную планку у нас становится накладка. Иначе, если мы посадим вот так, то язычок у нас не достанет. Будет где-то вот здесь вот тыкаться туда-сюда, не сможет закрыться. Так, ставим под кладуху, под ответку. Вылавливаем дырочку. И начинаем закручивать. Мы просверлили сейчас ПВХ только. Нам надо еще сейчас будет просверлить саморезом армировку. Отлично. Закрываем створку. Закрываем замок. Сейчас замок у нас. Мы открываем ее, видите, он фиксируется. Поворачиваем на режим проветривания. То есть режим проветривания у нас сейчас открывается. Но створку открыть при этом нельзя. Вот. Вы можете ключи куда-нибудь положить в дальний угол, вообще ими в принципе не пользоваться. В то время как с ручкой, с замком, каждый раз, чтобы сделать какое-то движение ручкой, проветривание или еще что-то сделать, вам каждый раз надо ключ туда втыкать и поворачивать. Но это неудобно, а хранить ключ прямо здесь, естественно, то это никакой защиты от ребенка уже не получается.
Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока. Ой.